Добрый день, дорогие друзья! Ассаламу алейкум всем! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию я хочу предложить восточную сладость. Очень вкусная, рассыпчатая, нежнейшая мучная халва. Всем рекомендую ее приготовить. Если вы впервые на моем канале, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Если понравится видео, ставьте лайк. Итак, дорогие друзья, начнем нашу работу. Я всем желаю удачи на кухне. Халву нужно готовить в утяжеленной посуде, толстостенной. Топленое масло у меня 500 грамм, домашнее. Сейчас нужно нам немножко его растопить, чтобы оно было горячим. И сюда сейчас мы будем добавлять муку. Мука пшеничная высшего сорта, муки 770 грамм. Муку не добавляем сразу. Постепенно добавляем и на самый последний момент оставим где-то грамм 100 муки. И сейчас потихонечку будем помешивать деревянной лопаточкой. Не отходим от нашей халвы, потому что если вы оставите надолго, она начнет гореть. Нужно вот так помешивать. На небольшом огне мы помешиваем и потихонечку добавляем муку. Она должна у нас прожариваться до нежно-золотистого цвета. Снова добавляем очередную порцию муки и добавляем 1 грамм ванильный сахар, пол чайной ложечки соли. Халва готовится за 30-40 минут и вот уже завершается. Я добавляю кунжутное семя, заранее прожаренное. И вот посмотрите, какое красивое оно у нас получится, вкусное, с кунжутным семенем. И практически уже у нас подзолотилась халва, уже прошло 42 минуты, она готова. Сейчас выключаем огонь и добавляем сахарный песок и хорошо вымешиваем. От нашей халвы идет характерный, очень вкусный, ароматный запах. Запах выпечки. Пахнет ванилью. Вот все перемешали хорошенько. И наша халва готова. Сейчас я подготовила блюдо с бортиками. Для того, чтобы у нас халва застывала именно вот в таком блюде. Будет удобно ее потом нарезать. И сейчас мы все выкладываем. Халва наша застыла великолепно. Посмотрите, как она выглядит. Всплыл кунжут. Смотрится красиво. Просто прелесть. И сейчас ножом вы нарезаете, на какие формочки вы хотите. Я нарезаю ромбиками. Мне очень нравится. Нарезаем. Итак, наша халва готова. Она получилась очень вкусная. Посмотрите, какая она красивая внутри. Очень вкусная, рассыпчатая. Я всем рекомендую ее приготовить. Итак, дорогие друзья, если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать новые видео. Если понравилось видео, ставьте лайк. Я вам буду очень признательна. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Итак, дорогие друзья, я вам желаю здоровья, всего самого наилучшего. И до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.